16 тысяч детей в Чувашии в этом году впервые сядут за парты. С конца января родители первоклассников начали подавать документы в учебные заведения. Причем заявление можно подать как лично, так и в электронной форме. О том, как проходит заявочная кампания в этом году, говорили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. Заявочная кампания в самом разгаре. Уже принято более 7 тысяч электронных заявлений. Система отлажена, работает без сбоев. Благодаря электронной записи обеспечивается прозрачность приемной кампании. В муниципалитетах республики запись в первые классы идет без особого ажиотажа. Но в столице Чувашии ситуация непростая. Мест первоклассникам явно не хватает. Не все заявления родителей удовлетворены, к сожалению, по тем школам, по которым было названо. Будем решать в течение этой недели эти вопросы, встречаться с родителями, объяснять или переводиться в другие школы, либо, как сказал, вторую смену, либо дополнительные классы по мере возможности. Наиболее востребованными в этом году оказались 6 школ города. Особенно обеспокоены жители Садового. На весь микрорайон здесь одна школа на 1650 мест. Родители сталкиваются с такими ситуациями, что они по месту жительства в закрепленную школу не попали, пытаются устроить ребенка в другие школы, им отказывают в связи с тем, что они не закреплены за данной школой, и начинается бег по кругу, в том числе по инстанциям. У меня предложение закрепить за районом Садовый, Богданка, очень большой район и очень много детей, хотя бы еще одну-две школы. Проблема очевидна, и сейчас очень важно наладить взаимодействие разных ведомств, чтобы принять верные решения и учесть интересы первоклассников и их родителей. Заявления от родителей будут приниматься до 30 июня по месту жительства, а с 1 июля на свободные места без учета прописки ребенка. В любом случае, все первоклассники республики должны 1 сентября пойти в школу.